всем, и сегодня на моем канале YouTube Gaming выходит новое видео. Сегодня мы с моим другом поиграем в Clash Royale. Минью, Влади! Ребята, у меня какая-то карточка выпила. Моему другу выпила карточка миллионная. А что это? Да? Я был на пятой арене, потому что я выиграла. А я сейчас, ребята, нахожусь на второй арене. Так что, Владик, давай не Вадим, кидай. Дима, я забыла карточку. Да. Дима, я забыла карточку. Как он называется? Адам 2016. Это 17 должно быть. Ну, так вот, герой вступает в клан. Ну, ребята, 2016. Ну, я надеюсь, что вам этот ролик понравится. Да, мы очень старались поднимать. Да, я смонтировал его. Сейчас я найду его клан по количеству бу. Адам, да, это он. Я не могу зайти. Там много участников очень. Так, ребята, так что мы что-то будем... Давайте идем в канал Ice Peak. Давай. И как у меня поиск Ice Peak, да? Да, Ice Peak. Давай напиши, давай напиши. Да, потому что у меня экран лагает. А я, ребята, пока что возьму его. А я возьму телефон его, моего друга. Ой, вы не обращайте внимания, что я плохо пишу, просто у моего друга очень сенсор плохой, ему китайцы сделали сенсор. Так, ребята, я пока что... Подожди, покажи, сколько там кубков, братан. 1420, ага, вот. Ага. Ладно, ребята. А, ты не можешь сюда присоединиться, я не знаю почему. Ты сюда не можешь присоединиться, ты сюда, как мы можем так сделать, чтобы уже ролик идет 2 минуты. Давайте мы нажмем паузу. Да. Все, дорогие друзья, у нас все получилось. Да. Мы решили эту проблемку, а теперь мы в клане. Подожди, подожди. Дорогие друзья. Давай нажимай просто. Так, ребята, давайте выбирать. Так. Так, я выберу. Так, ребята, я не знаю. Вот гиганта. И последнюю карточку. Ребята, я не хотел гиганту. Он, короче, он мне дал второе, так. Ну, вот. Три шарба. Хорошая. Так, ребята, я просто, я думал, что это я сам беру на себе. Короче, ребята, это вообще не трёх. Я не хочу. Ну, давайте поиграем. Ребята, разряд. Да. Ребята, мы сейчас снесем его башню. Да, мы снесли, ребята. Снесли. А потом давайте на своих карточках. Да, потом на своих карточках поиграем. А, я на этих карточках. А, друзья, я забыл, а это мне даже не сказать. Ну, как вообще не придет, могу вам так сказать. Да, нет, гиганта, гиганта. Я могу говорить, кор гиганта. Вот это вот чувака, не знаю, как он называется. Мегамьон. Да. Я ему ясно, что у доктора. Я тоже пью йод. Да, нет, а, точно. Я не могу. Сейчас мы снесем ее башенку. Да, мы снесем ее. Дровосек. Тащи дровосек. Так, дровосек.
Почему я ему дал такие классные карточки? Я просто не знал, что я просто уже... Все, мне хана, ребят, мне хана. Нет, я еще не хочу разбирать дракон. Я... Не, я... Ладно, я проиграл. Я выиграл. Сейчас вот этот вот лох проиграет. Я ему просто гарантирую. Ладно. Давай присоединяйся, чмо. Ладно. Я не знаю, вот эта херня у меня карты. Я сразу выпускаю. Это просто изи карта. Я просто вам гарантирую, что это будет изи карта. Отвечаю. Я просто затащу эту карточку. А эта карточка просто вообще изичная. Он выпускает на миллиона. Все, я проиграл. Я проиграл, ребят. Я еще могу проиграть. Ну, посмотри, два дракончика проиграл. Что я еле, дорогие друзья, я просто не понимаю, что я еле. Что я еле? Только я еле, что больше я запустил, но не так сказала. Не, не правда. Просто. Он пускает песню, я могу еще сделать все. Это просто индикаточка. Вот, дорогие друзья, она пускает чек моего пламенного дракончика. Это моя легендарка, которую я выбрала недавно. Ребят, я проиграл. Не, не все, я проиграл. Ну, смотрите, мне надо попасть на эту гадину. Гадину. Он пускает всадника на кабане. На кабане? Он пускает один шар, как мне это понятно. Я его убью! Ребята, все, не, я проиграл. Вышел из сети. Парень, он вышел из сети. Конечно, он на четвертой арене, а я на какой? На второй. Друзья, ну что ж, ребят, давайте проведем яс.